Солнце правды души жених, мне на помощь с небес приник, чтоб от ада меня спасти, к небесам душу возвести. Ты веди меня той тропой, где бы ты был всегда со мной, чтобы руку мог мне дать, от греха удержать. Чтобы руку мог мне дать, от греха удержать. Помоги мне, Спаситель мой, чтоб любовью к тебе живой загорелась моя душа и других к тебе привлекла. Если будет тернист мой путь, помоги с него не свернуть. Все мне дай преодолеть, чтоб в огне не гореть. Все мне дай преодолеть, чтоб в огне не гореть. Для тебя и для меня он воскрес, чтобы нас принять в объятья небес, чтобы вечность нам с тобой подарить, чтобы мы могли с Иисусом там жить и любовью своею святой. Напоял он так дух твой и дух мой, чтоб могли мы вместе петь аллилуйя вовек. Чтоб всегда нам вместе петь аллилуйя вовек. Чтоб всегда там вместе петь аллилуйя вовек. Аминь. А это что, откуда ты музыку взял? Музыка — это от героев былых времен из фильма «Офицеры». Евгений Аграновский, как его зовут, точно не могу сказать. Угу. Интересно, что слова написал Рафаил Хозак. Имя такое, как у архангела, к этим, к офицерам. А ты только на библейскую тематику взяла? Да, ну я вообще просто стихи написала. Потом начала напевать. А почему-то у меня этот мотив напился, я думаю, ничего себе, я еще музыку начала сочинять-то. Потом думаю, что-то хорошо для меня сильно, думаю, вспоминать давай. Вспомнила, что еще когда училась, уже 30 с лишним лет там назад, и я этот фильм-то смотрела, видать, у меня осталось. А тут Лановой-то награждал же его, когда Путин, он пел, вставал там, я помню, месяцев несколько назад фрагмент показывали, вот видать, у меня это в памяти-то все осталось. Ну, так, слава музыка Христу. Не моя, да. Я не претендую. Ну как у тебя впечатление?